квартирах барнаульцев холодно, когда в краевой столице стартует отопительный сезон. ДТП со смертельным исходом. Так началось в Барнауле сегодняшнее утро. Кто победил? Завтра назовут детские сады, которые барнаульцы выбрали в рамках голосования 9 сентября. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. 95% жилых домов Барнаула готовы к отопительному сезону. Объекты социального значения на все 100. Однако, когда в городе начнут запускать тепло, неизвестно. В конце сентября выйдет официальное постановление администрации краевой столицы, но оно будет носить рекомендательный характер. Систему отопления, энергетики уже запускают, делают это постепенно, чтобы не нарушить гидравлический режим. Если в Барнауле резко похолодает, то тепло готовы будут подавать сразу же, поскольку теплоноситель работает круглый год. Однако отопительный сезон может не начаться в 5% жилых домов Барнаула. Там работают управляющие компании, которые не заявились на комиссию и не получили паспорта готовности. Энергетики вновь напоминают, что на сроки подачи тепла могут влиять сами жители, если они решат приблизить или, напротив, отодвинуть отопительный сезон. Жители все больше экономят ресурсы. Сегодня тепловая энергия – это самый дорогой ресурс. И ТСЖ, как правило, а их у нас более 500, они традиционно откладывают вот запуск тепла. Дорожный инцидент со смертельным исходом. Так началось сегодня утро в Барнауле. Серьезная авария произошла на улице Трактовой. Столкнулись «Лада Калина» и бетономешалка. Водители и пассажиры легкового автомобиля, который буквально разорвало, доставили в больницу. Первый от полученных травм вскоре скончался. ГИБДД Барнаула выясняет обстоятельства аварии и отмечает, эта неделя выдалась особенно насыщенной на ДТП. С целью их предупреждения в рамках месячника безопасности дорожного движения сотрудники ДПС накануне провели в Барнауле большой рейд. Совместно с юными инспекторами движения они дежурили на пешеходных переходах, что находится вблизи школы, и следили за тем, правильно ли дети переходят дорогу и пропускают ли их водители. В свою очередь, школьники подготовили для автовладельцев письма и стихи на тему соблюдения ПДД. Осторожно, не торопись, в своих руках чужая жизнь. Добавим, за 8 месяцев этого года на дорогах Барнаула один ребенок погиб, и больше сотни детей были травмированы. Завтра в Барнауле назовут детские сады, которые жители краевой столицы выбрали в рамках голосования 9 сентября. За лучший детский сад голоса отдали почти 60 тысяч барнаульцев. Сейчас муниципальная комиссия подводит итоги. Напомним, с предложением поддержать дошкольные учреждения. Выступили родители. Глава города инициативу одобрил. В каждом районе Барнаула будет по 3 призовых места. Детские сады получат по 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Средства пойдут не на ремонт, а на развитие современной образовательной среды. Руководство садиков примет решение, что приобрести – игрушки, спортивное оборудование или методическую литературу. В Барнауле накажут водителя автобуса, из которого выпала пенсионерка. Обвинительное заключение утвердила прокуратура города. В ходе расследования установили, что 1 июня этого года водитель автобуса номер 2 не убедился, что во время остановки все пассажиры вышли и продолжил движение с закрытой дверью. В результате пенсионерка 1934 года рождения выпала из автобуса прямо на дорогу и получила закрытую черепно-мозговую травму. Водителю автобуса грозит лишение свободы на срок до 2 лет, а также лишение права управления транспортным средством на срок до 3 лет. Вопреки диагнозу, она живет полной жизнью, помогает людям и продолжает мечтать. Едва победив рак, 27-летняя жительница Барнаула узнала, что у нее неизлечимые заболевания – хорея Гинтингтона. О нем она узнала 3 года назад. Первая реакция – растерянность. В России людей с таким заболеванием всего около 400. О болезни почти ничего не известно. Ни как лечить, ни к кому идти за помощью. Но Екатерина не пала духом, занялась волонтерской деятельностью, начала помогать людям, а в июне этого года на молодежном конкурсе АТР девушка защитила свой социальный проект. Фотовыставка «Сильнее обстоятельств». Катя вспоминает, судьи тогда плакали навзрыд. Я хочу по проекту как бы изменить отношение людей к людям с инвалидностью, чтобы они ну, как бы не обижали их. Да я как раз хочу через свой проект рассказать о том, что обычные люди, и не стоит их бояться. А осенью этого года Екатерина мечтает попасть на конференцию в Вену, где соберутся люди с Гинтингтоном со всего мира, а также ученые, которые занимаются разработкой лекарств от болезни. Какая помощь нужна девушке с остальным характером, расскажем в вечернем выпуске.
В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышено давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарство «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае немного потеплеет, но вероятность дождей будет высокой. 12 выше 0 в Алейске, Камне-на-Оби, Рубцовске 13, в Бийске и Белокурихе. В Кулунде 14 со знаком плюс. В Барнауле возможен дождь, ветер юго-западный, порывистый. В ночное время до 4 тепла, днем до 11. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске.